Всем привет, это семейный ресторан «Фамилия». Сегодня мы здесь собрались, как всегда, для того, чтобы вкусно поготовить. И помогать нам в этом будет человек, известный в городе. Человек, который, кстати, знает практически все о кино и рассказывает об этом в рубрике «Шоу Хитарянка» на телеканале «Евразия» и еще также на радио «Хит» «Шоу Хитарянка». И читает еще новости. Виталий Морозов. Привет. Привет. Всем привет. Что мы сегодня будем готовить? Рассказывай. Хорошее летнее блюдо. Называется салат из помидоров и огурцов. В такую жару переносить какие-то переваривать, точнее, ну, слишком жирные продукты очень тяжело. Mm-hmm. Я заготовил баранину под чесночным соусом, но потом подумал, что это слишком тяжело. Тяжеловато. Летний салат будет, по-моему, самое. Самое интересное то, что за все выпуски программы никто и не готовил этот салат. Поэтому давайте готовить. Давайте. Нож. У меня есть нож. А у меня у вас, не знаю. Слушай, скажи, пожалуйста, как ты вообще начал рассказывать и советовать киноленты? Как это, откуда все это появилось? Откуда любовь к кино пошла? Ну, любовь к кино пошла с самого-самого детства. Я постоянно его смотрел, постоянно в моей жизни постоянно было кино. Меня водили сначала родители маленького в кино, брали, точнее, с собой. И не всегда на детские фильмы, ну так уж получалось. Вот. Потом эти кинофильмы стали показывать по телевидению. Ну и так вот с появлением интернета стало еще все проще гораздо. Но, кстати, в кинотеатры не перестаю ходить. Я уже много раз говорил, я как бы кинолюбитель просто. Наблюдаю за этим, стараюсь анализировать и равняюсь на людей, которые делают это профессионально. Ну, так и становится эксперт. Да. Как ни крути. Самое, что интересное, раньше я смотрел кино, ну, просто так. Сейчас вот стараюсь его смотреть, анализировать, что хочет сказать режиссер тем или иным действием. Есть такое понятие очень обширное и практически научное. Это киноязык называется, да? Это когда создатели фильма используют его для того, чтобы передать гамму чувств, эмоций героев, ситуации там, и все прочее такое. Да, и вот это все переросло в такое хобби. Какие твои самые любимые киноленты? Прям самые-самые, которые... Но сложно. Ну, сложно, но я понимаю, но... Сложно ответить. Я тебе, видишь, я тебе не говорю, там, например, три или одну любимую киноленту. То есть, давайте так. Мне задавали этот вопрос, я всегда на него отвечаю однозначно. Это замечательный фильм по пьесе Виталия Мельникова «Наш советский старший сын», в котором сыграли блистательно Евгений Леонов, наш замечательный актер, и дебютные роли исполнили Николай Караченцев и Михаил Боярский. Вот это двухсерийная картина, которую я посмотрел в пубертатный период. Вот. И вот с тех пор, и тогда она уже произвела на меня огромное положительное впечатление. И вот с тех пор я регулярно ее пересматриваю и наслаждаюсь процессом. А ты же у нас, кстати, еще являешься комментатором. Ты у нас комментируешь хоккей. Стараешься. Как ты туда попал? Я изъявил желание, просто хотел попробовать. И мне сказали, ну давай попробуем. И вот, собственно говоря, так и получилось. Пробуем. Наверное, до сих пор вот так еще пробуем пока. Опять же, равняюсь на старших товарищей на тарифе, если так можно сказать. Ну, также хотелось бы напомнить то, что в ресторане «Фамилия» есть летние новинки. Там очень вкусные фруктовые пирожки. Оценивают здесь. Советую попробовать. Безумно вкусно. Ну, а если, например, очень не хочется идти в такую жару в ресторан, закажите еду на дом по номеру 299-299. А также, кстати, по выходным имеются мастер-классы для детей, поэтому приходите, и вам обязательно понравится. Виталий, спасибо большое, что пришел сюда, приготовил и рассказал много всего интересного. Спасибо вам.